Мы работаем с 1 сентября прошлого года. Почему именно самбо? Потому что давно хотелось открыть секцию самбо, так как у меня двое детей, младший мальчик, и хотелось привить ему этот вид спорта, потому что сам занимаюсь им с детства. Достиг звания кандидат мастера спорта по самбо, являюсь призером, победителем многих всероссийских турниров и международных. Я являюсь действующим спортсменом, периодически выезжаю на соревнования регионального уровня. На данный момент получаю образование педагогическое, необходимое для работы с детьми. Самбо – это не просто борьба, это система воспитания личности человека. Если хотите, самбо – это образ жизни. В нашем клубе мы воспитываем детей, обучая их простым истинам. Это как сильный не может обидеть слабого, уважение в первую очередь к сопернику и к окружающим его людям. Наш клуб существует на общественных началах при поддержке таких же энтузиастов, как и я, верящих в то, что мы сможем вытащить наших детей с улиц, из телефонов и воспитать из них хороших спортсменов. Мы очень долго искали секцию для ребенка. И тут наткнулись на рекламу в социальных сетях, что производится набор в секцию по самбо «Феникс». Обговорили это все дома, с папой, с ребенком. Ребенку очень понравилась эта идея. И решили, мы идем, будем самбистами. Уже два раза мы были на соревнованиях в столице нашей родины. Заняли первое место. Я считаю, что интересы ребенка к этому спорту – это заслуга нашего тренера. Он очень внимательный, требовательный, любит каждого нашего ребенка. Ребенок очень с большой охотой ходит. И тренер у нас просто замечательный. Я ездил в Москву на соревнования, заработал серебряную медаль. И я очень хочу заработать золотую медаль. Поэтому я очень хорошо тренируюсь, и я в следующих соревнованиях точно получу золотую медаль. Наши тренировки проходят в здании Конаковского энергоколледжа. С 1 августа будет объявлен дополнительный набор групп детей с 5 до 8 лет. Это младшая группа. И с 8 до 12 лет – это старшая группа. Также будет объявлен набор мужчин с 18 лет, желающих поддержать свою физическую форму и освоить уроки самообороны. Ждем всех желающих.